Всем доброе утро, день 17. В общем, видео с весами не получилось, потому что они не работают, ни одни, ни вторые. Похоже, и в одних, и во вторых батарейка, только в одно время, но быть такого не может. Я не знаю, что с весами. Попробую сегодня купить батарейки все-таки, а потом посмотрю. Время 7 утра, у меня завтрак. Овсяная каша на воде и ягоды, 2 яйца, чай. Все, всем приятного аппетита. Вчера вечером у меня был яблоко, очередной зажор. Фруктов, очень хочется фруктов. Ну, в общем, сегодня постараюсь прям строго-строго по меню. Вот что напланировала, что по калориям посчитала, то и кушать. Вот вечернее вчера яблоко мне прям с чаем. Чаек. Хочется попить чаю, а чай пить не с чем. Вот. В общем, чай попила с яблоком. Все, всем приятного аппетита, кто завтракает. Увидимся в обед. Я на работу сейчас ухожу. Доброе утро еще раз. У нас уже время 11, перекус. Так, у меня сырнички с яблоком и чай горячий. В помещении холодно. Сырники очень удобно на работу брать в качестве перекуса, потому что хочется что-то вкусненького, сладенького, печенюшку, как обычно, какую-нибудь, да, булочку. Здесь сырнички спасают, ты вроде и какую-то печенюшку, кексик ешь, я не знаю, там добавить есть какую-то вкусняшку. Ну вот у меня сегодня ваниль вместо корицы. Вот, в принципе, она сойдет и за печенюшку. На кукурузной муке сегодня, потому что у меня закончилась рисовая мука и овсяная. Сделала на кукурузной муке. Мне кукурузная мука больше нравится, она воздушнее. Она воздушнее, у нее помол какой-то другой. Беру ее, в принципе, любую. И в Ашане брала, и в магнитовскую Гарниц. Ну, Гарниц, она такая стандартная. Вот. Попробую сегодня поискать по интернет-магазинам. Возможно, на Озоне. Может, у них какие-то новогодние есть скидки, чтобы подешевле. Вот. Или доеду до Ашана. В принципе, мне даже по пути тут с работы. В общем, перекусываем. И, в принципе, у нас сегодня очень тихо на работе. Просто сидим тогда. А, у нас еще это... Фишка. Нам привезли микроволновку. Ура, ура! Ну, как бы чай есть попить, да, горячая вода. И есть микроволновка. Но это как леса вокруг, да, это сыро, или не знаю, как нарочнично, что ли, сделали. Вот провод. А вот розетка. Ну, то есть, как-то соединить розетку с вилкой. Ну, в принципе, невозможно. То есть покушать, погреть будет невозможно. Но главное, есть микроволновка. Но покушать нереально. Удлинители они не привезли. Вот она теперь будет стоять вот так и красоваться. Ну ладно, зато она есть, стоит. Такая новенькая. Такая хорошенькая, новенькая. Чистенькая. Ну, наверное, так и будет стоять. Новенькая, хорошенькая и чистенькая. Ой, да. Кушайте. Приятного аппетита, да, называется. Все, всем приятного аппетита, да. Пойду завтракать или что это, перекусывать. Обеда подошел, села Катенька за стол. Салат. По 100 грамм овощей. 100 огурца, 100 помидора, 100 пекинской капусты, заправленная маслом. И перчик. 350 грамм перца, фаршированного с рисом, с фаршем куриным. Без заправки, просто отваренный. Вот, со специями там.
Все, всем приятного аппетита. Чай попозже у меня будет. Покушаю. Надо сегодня батарейки не забыть обязательно купить. Прям пару штук в одни и во вторые весы. Посмотрю, в батарейках ли дело в весах. Вот. Всем приятного аппетита. Буду кушать. Всем до вечера. Приехала в Ленту. Тут акции, скидки. Салатничек. Какой-то дулевский фарфор. По акции 65 рублей. Чашечки по акции 100 рублей. Тоже люблю такую посуду. Ракушка. Home Club. 219 рублей. Ой, посудный рай. Не могу прям. Мне вообще сюда нельзя. Какие красивые. 179 рублей. Тарелочкой вот с такой каемочкой. Серебряной. Красота. Такой ценника нет, но тоже очень красивый. Прям блестит. Меня вообще тут нельзя пускать сюда. Такая штучка интересная. Под масло туда все такое в емкости. Соусники. Полотенце вафельное. Рублей большое полотенце махровое, 70 на 120. Так, а это такое красивое, но оно с принтом, мягкие такие. Черное полотенце, черное, капец. Так, ладно, детям кружечки. Кружки. О, какая интересная, красивая, перламутровая прям. Такая Home Club тоже. 289. Прям девочек. Не знаю, что это за героини сказок. Дина. Ой, кто-то ММДМ составил. Ой, всякие красивые какие. 79. 149 тарелочки. Детские. Не знаю, кто это герой. У кого мальчишки. У кого дети маленькие. Такие лисички. 89 рублей тарелочка. С таким львенком. На единорожке. 169. Холодное сердце, вот это знаю. 199. Ой, какой салатник, Дина, тоже что-то такое. Дина, наверное, 159. Ой, красота. Чашка такая, Дина, 139. Угу. Ой, эти, Союзмультфильм. Союзмультфильм. Винни-Пух. 139. Карлсон 139. Кто там еще? Кто-то еще там. Очень такие интересные. О, Маша и Медведь. 149 рублей. Так, Маша с Мишей навсегда. 149 рублей. Прикольно. Мандарины весовые. 69,99 по карте. Яблоки 56 по 84.
Надо брать. Порченый уже. Короче, навалили тут в ящики вот так вот все. Все мандарины. Ну, сейчас повыбираю ребенку. Она любит мандарины. Мне кажется, они мороженые. Ладно, посмотрим. Так, ну что. Беру вот такую рисовую муку. Так, она 69 рублей 600 грамм. А есть вот такая рисовая мука. Она 86 по карте. Здесь 700 грамм. Блин, вот так овсяная мука нужна мне. Нет, пока не возьму. Так, ну что, наверное, возьму вот эту рисовую муку. Пакетик ржаная у меня есть. Ну, в принципе, это товар для диабетиков. Изделие макароны из гречневой муки с добавлением амарантовой. Вот я брала гречневые макароны. Это, конечно, отрава. Безглютеновые гречневые 99. Рисовые макароны. Ракушки тоже. И я ракушки взяла. И ценник нет. Цены нет. Надо идти на пробивалку. Что-то мне лень. Так, что еще тут есть? Макароны кукурузные есть. Так, еще спиральки из амарантовой муки. Тут нет цен. Я бы посмотрела, может, взяла. Без глютена. Вермишель из черного риса. Тут такая вот порционная, прям сделана порциями. Есть вот такая мука льняная. Цена ее 35 рублей 300 грамм. Брать не буду. Беру такой вот фит-парад. Заменитель сахара. Состав стевия. 60 пакетиков. Я, правда, беру зелененький. Здесь он какой-то фиолетовый. Я такого не видела. У нас, допустим, в магните такого нету. Так. Ну вот... Смесь подсластителей номер 8. Видите, здесь белки 0, жиры 0, углеводы 0. И килокалорий 0. А тогда я купила. Это совершенно не то. Совершенно не то. И стоит он 8. Я не знаю, как. Но здесь вот, допустим, 134 рубля 7. Семерки здесь я не нашла. Вот такой фит-парад 7. Вот он, 7. Вот такой вот. 397 рублей по акции. Я сегодня, короче, заказала 140 рублей на фит-парад. А, не фит-парад, другой какой-то заменитель. Попробуем его, он придет, наверное, через дня два. Но этот я тоже возьму. Цена 134 рубля вообще нормальная, даже очень хорошая, потому что он 160-170 в магните по акции. Но 150 с чем-то я последний раз брала. Так, я его возьму, попробую. Так, что здесь еще есть? Такого для вид худеем. Нет, мы не будем никакие больше подсластители брать. Это исключительно вот это для выпечки. Я добавляю сырники, кашу, кофе кто не может пить. Да, вот, допустим, мне вот этого пакетика 60, но на 2 месяца точно хватает. Если я раз в день делаю сырники, а получается, и то не всегда, да. То есть мне его надолго хватает вот этой вот цены. В принципе, на 2 месяца поделить это недорого. Эти я не брала. Медовую сладость я эту стевию тоже не брала. Пищевой концентрат, заменитель сахара. Пищевой концентрат. Не знаю, что это такое. 250 грамм. Но здесь вот тоже 0,00. А, нет. Энергетическая ценность 252 килоджоуля. То есть в состав входит все-таки сахар. 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 Хотя написано не содержит сахар. Я не знаю, что купить. Что это такое? Медовая сладость. Мед, что ли, в состав. Стоп, это все чьи. Вот фит-парад горячий шоколад есть еще. Но он с килокалориями. То есть его надо будет высчитывать.
Но здесь в составе инулин, цинк, железо, марганец, йод, селен. Так, где килоджоули? Да, 236 килокалорий в 100 граммах. Ну, чайную ложку надо высчитать, пожалуйста, пить можно, он без сахара, ну, со стевией. Именно стевия. Стевия считается самой натуральной из заменителей. Фито-чии, это меня как бы не интересует. Но, в общем, все, что хотела, как бы я купила, больше ничего брать тут не буду. Надо изучать. Я люблю изучать, абы как не беру. Вот взяла сахар, абы как. Так, ну что, еще увидела. Значит, можно взять, в следующий раз возьму безглютеновый рис, кукуруза и макфу макароны по 126, да? Так, ну дальше здесь уже дорогие пошли. Так, что я тут еще увидела? Увидела я по 70 рублей макароны здоровья, 4 злака. Пшеница, овес, ячмень, рожь. Вот, наверное, я вот эту все-таки себе возьму. Вот эту вот спагетти эти. Очень хочется. Такие возьму. Подарим ребенку молокошку, корм. Что здесь еще? Вот есть полба. Я ее брала, мне она не понравилась. А рожь я... пшеницу взяла. Не помню, в Маяке, по-моему, у нас Маяк называется магазин. Вкусная. Честно, вкусная пшеница, зерна. Так, здесь макароны. Макароны 4 злака, лапша. А здесь ячмень, овес, рожь, пшеница, лапша. Нет, спагетти возьму, ладно. Ой. Так, ну все. Здесь вот еще такие... без сахара, да, кетчуп низкокалорийный, всякие разные, без добавления сахара, да, без крахмала, томатная паста Махеев, 52 рубля, кстати, для зажарки, можно использовать. Я прокручиваю помидор через это блендер, и туда, что, чеснок, ну, такую вот делаю, как остренький огонек, и получается очень вкусная заправка. Соевый фарш никогда не брала и брать как бы не собираюсь. Все-таки мясо есть мясо. Так, ладно. Так, ну что у нас по мясу здесь? Свинина, корейка. 319 рублей по карте. Грудинка 300 рублей, свинина охлажденная без кости. Окорок на кости 318 рублей. И он еще... просто на кости, но почему просто за шкурой. Грудинка 249 рублей. 320 рублей. Свинина шея. Вырезка. 469, окорок без шкуры, без кости, 389, девушка, конечно, 399, 369, 359, поджарка, 390, окорок, 306, лопатка, 520. 522 вырезка, шея, говядина 600, 469, тоже 600, грудинка 401, 63 на кости. Грудка, 369 это филе бедра индейки. Куриное филе с грудки 349, а это филе на куре с индейки 339. И фарш 300, 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
229 куриные котлеты, а 259 фарш. Мы туда хлеба положили. Маринады здесь. Шашлык 259 рублей. Шашлык из куриных ножек стоит 9. Цыпленок 249 гривен. Говядина уже маринада 715, метро 259 маринада. Это нет продавца. Закладываем. Ждем. Фарш брала куриный, накрутила голубцов. Значит, один голубчик выходит. Сейчас скажу, сколько. Так, 194 грамма, 195, из них 130 грамм внутри фарша, 100 грамм это фарш и 30 грамм риса получается, 30 грамм риса сухого. Вот он такой голубчик, фарш, специи положила. И с рисом сделала. 4 штучки у меня получилось на заморозку. Я уберу в контейнер. 4 штуки. 4 штуки сделаю на 2 дня. Полноценный обед. Вот 2 штуки обед. Все. Так, у меня ужин. Помидорки, огурчик и котлетки. Котлетки вот эти вот, ну, фарш, который я брала, и чай делала. А я уже показывала, да, бутерброды. Еще даже съесть не могут, господи, боже мой. Купила батарейку, поставлю сегодня. Посмотрю. Так, ну что, всем приятного аппетита. Сегодня по килокалориям у меня чуть больше, где-то 1950. Ну, да, за счет перчиков. И белки, жиры и углеводы в норме. Все по норме. Короче, 1958, если быть точнее, сегодня килокалорий. Все, всем приятного аппетита. Завтра утром на весы.